Сегодня мы слышим определенные громкие там, звуки разрывов снаряда. Первое. То есть на линии разграничения за истекшие сутки обострений не было. То есть обстановка была стабильная такая, которая наблюдается в принципе в последнее время. То, что я уже сказал, угрозы для города, для близлежащих населенных пунктов нет. Она отсутствует, эта угроза. Также проводятся плановые мероприятия по утилизации боеприпасов. Это происходит на достаточном расстоянии, для того, чтобы это не несло угрозу населенному пункту нашему и близлежащие поселки. То есть проводятся эти мероприятия подразделениями вооруженных сил и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все под контролем, все стабильно. Я в течение дня трижды разговаривал с командиром угруппования, поэтому никаких проблем в этом плане у нас. Какие есть вопросы? Где именно это производится? В каких местах? Ну, вот эта утилизация плановая боеприпасов, и как часто она производится? Она производится за последнее время впервые, скажем так. Угу. Где конкретно, я вам сказать не могу, потому что, ну, по крайней мере, нас убедили о том, что это на безопасном расстоянии, в безопасных условиях, с соблюдением всех, так сказать, мероприятий, под контролем службы ДСМС происходит. Поэтому...